Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Я Александр Закурдаев. Сегодня я покажу вам несколько упражнений для различных отделов позвоночника. Для их выполнения нам потребуется литровая бутылка с водой. Она, естественно, имеет цилиндрическую форму, без различных выступов, для того, чтобы не нанести травму в процессе выполнения упражнений. Эту бутылку мы кладем под шею. Ложимся сверху. Руки лежат спокойно по бокам, ладонями вниз. При выполнении упражнений плечи остаются на одном месте, то есть вы их не отрываете. Первое упражнение. Вы кладете левую ногу на подъем правой ноги и начинаем поворот ног вправо. Ноги идут вправо, а голова поворачивается влево, то есть осуществляется встречное движение и в другую сторону. Каждое упражнение делаем по 3 раза. Вот так. Теперь кладем правую ногу на подъем левой и делаем это упражнение для другой ноги. Следующее упражнение. Кладем левую ногу под колено правой ноги и повторяем повороты. Меняем ноги местами и повторяем то же упражнение в другую сторону. Следующее упражнение. Кладем ногу на колено и поворачиваем ноги в правую сторону. Меняем ноги местами, делаем поворот в другую сторону. Сгибаем ноги в коленях и делаем повороты сначала в одну сторону, или это, конечно, в обе стороны. Следующее упражнение. Правую ногу поворачиваем, левой на месте, теперь другую. Здесь голова может оставаться на месте. Вот. Мы сделали это упражнение. Выполнение этих упражнений позволяет вам очень постепенно разработать работу, сделать работу различных отделов позвоночника более свободной. Напоминаю вам, что такие повороты надо очень делать плавно, не стремиться делать сразу с максимальной амплитудой для того, чтобы не нанести себе травму. Будьте здоровы! С вами был Александр Закурдаев.